эфире видеоверсия радиопрограммы «Дежурный по городу». Она, напомню, выходит на радио «Арис» по будням с 10 до 16 часов. Здравствуйте, с вами Лариса Ковалева. И об итогах сегодняшнего дежурства. В преддверии Всемирного дня оказания первой медицинской помощи 11 сентября в 12 часов по улице Логовой перед зданием скорой помощи для всех желающих состоятся показательные занятия. Выступят сотрудники скорой помощи и МЧС. Тема выступления – помощь при боли в области сердца, при потере сознания, сердечно-легочная реанимация, искусственная вентиляция легких, помощь при закупорке дыхательных путей, помощь пострадавшим при ДТП, поражение электротоком, переохлаждение, ожогах и многое другое. Будут представлены манекены для практического освоения. Мероприятие проводится под чутким руководством Центральной городской больницы города Кумертау. Теперь о спорте. На проходящем в Испании первенстве Европы по кикбоксингу среди юниоров в полуфинал вышел спортсмен города Кумертау Суняев Роман. В полуфинале наш спортсмен вел в поединке с кикбоксером из Болгарии, но травма не позволила Роману довести бой до конца. Тем не менее, ему досталась бронзовая награда турнира. В Мелеузе прошел чемпионат Башкортостана по гиревому спорту и русскому жиму среди инвалидов. В состязаниях участвовало более 100 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Они представляли 22 города и района республики. В командном зачете по гиревому спорту чемпионом стала Мелеузовская городская районная организация. На втором месте атлеты из Кумертау. В командном зачете по русскому жиму вновь первенствовали мелеузовцы. Вторые и третьи места у спортсменов из Салавата и Кумертау. Далее о происшествиях. За прошедшие сутки в дежурную часть отдела МВД по городу Кумертау поступило 51 заявление. Из них 7 криминального характера. Шестеро обратились за помощью в медицинские учреждения. Сотрудниками ГИБДД выявлено 29 фактов нарушения правил дорожного движения. Задержано 5 водителей в нетрезвом состоянии. Произошло одно ДТП с телесными повреждениями и 6 ДТП с механическими. С вами была я, Лариса Ковалева. Надеюсь, сегодняшний все. Увидимся уже завтра.